Ясно. Ладно. Ну. Да, сибиряк, я тебя понял. Сейчас. Давай. Он калаш выкинул. И он упал. Да, у него долгая анимация просто. А, слушай, сибиряк, где? Да. Его еще можно достать. Не ходите по нему. Главное, чтобы сервер не упал. Отойдите от него. По-моему, уже не достанем. Его еще можно было достать. Он торчал через текстуры. Не, а у меня не показывает, что он торчал. Так же, как аук про Е, да? Про Е. Вот он, я видел, что он торчал через текстуры частично, потом по нему начали ходить, и он упал туда, под пол. Затоптали. Есть такая тема, что, ну, я думаю, что кого-то можно было бы посадить внизу, там, где, помните, ну, там, около лестницы на Колгас, есть лестница, закрытая такими трубами, там, какие-то пень. Вот туда кого-нибудь посадить, чисто интуиция в землю. У меня КМ с прицелом, так что я могу. Тебе удобно это? Не знаю, наверное. Ну, пошли. А, кстати, это, тебе заявку там чувак один подал, в РК прими. Зомби бьет. Пофиг, открываем огонь. Убит. Кто труп. Убил? Я ты, убил. Блять, ты пиздец. Чего у него там? Не видно. Походу снайпер какая-то. Очень он далеко, я скажу, для меня. Вот Феня еще может его снять. Так, где он? Не вижу его. Он за Черно, так сказать. Но он бежит в Черно, по дороге, рядом с дорогой. Он в зеленом. Там электростанция, он в ее районе, короче. Хорошо. Электростанция, зеленый одноэтажный дом. Сейчас он за деревьями от меня, не вижу. Еще один. Давайте к пожару. Вот в домик зашел он. В этот. Вижу. Залупиша завалить важнее. Он вижу, дом с розовой крышей забежал. Тут уже солнце садится, я уже не знаю, где она розовая. Да, какая розовая? Да самая первая, короче, где поле идет. Там еще черный дом с ними рядом. Ладно, я понял. Это в свете садящегося солнца она розовая, кажется. Да, вижу его. Бежит. Надо стрелять, иначе уйдет. Дом сбежал. Да, стреляем. Попал один раз. Все зомби сбегаются. За дом сбежал. Да. Да, видел, но... Нет, выбежал. Нет, парень, короче, он около дома лежит, я отсюда вижу его. Зеленый? Да, тот зовут, что он около дома валяется. Он наверх смотрит, ребят. Сейчас будет залазить. Стреляй, Фишер, стреляй. Сейчас. Как только первый шаг на лестницу сразу. Зеленый где? Зеленый у дома там, короче. Какого дома, скажи? Который за бочками? За бочками там дом, короче, стоит, он там. Вот он за ним и скрылся. Ну что, Фишер? Минус. Каким лестницам побежал-то? Моим? Он на Колгас не съел. Вот я трупа там не вижу. Я по чистопору. Он упал. Бежит. А, это значит кепач, да? Ну, не совсем кепач. Вижу его. Вон, на крыше. По кругу бежит. Он очень сильно лагает у меня, прям проходит сквозь все. Да, у меня тоже. Выбежал. Куда бежит? Ансует сильно. Как на Родео, блин. Убил. Есть. Убил, красава. Я убил? Да, ты с моськи его снял. Заебок. Что мосенька в руках сейчас?
пустил кровь пустил ему. Я его добил. Всё, отлично. Или ты добил на одной из двух. Не, я пустил только кровь. Ну хз, я на него много выпустил. Ну ладно, ну не знаю, может быть и ты. Понятно, тогда пойду в моську быстро утону его. Давай. А слушай, а у ментовки чувака надо еще утонуть. Где со стороны балл бежит? Макс? По дороге, короче. Вижу, на втором этаже кепку. На пожарке подниматься начал. У него детский рюкзак, по-моему, или 25. Ага, поднимается. Убил. Он сдох. Убил. Убил, вижу. Красавец. У него фиолетовый рюкзачок. Вон по дороге, короче. Около стороны болот, посмотри. Ну смотрю, не вижу. В дом забежал, черный такой. Какой? А, я понял, какого вы кепку убили. Я понял, он на дороге лежит. На пожарке утает. На пожарке, на крыше. Я понял, он вылез. О, ты его убил. Uphead, все, он готов. Кто пойдет его утать? Давай я. Давай, удачи тебе. Я еще под килга смотрю сейчас. Просто, ну, очень интересно, что может в этой сумке лежать. Ну, понятно. Сейчас, наверное, обломаюсь, там какое-нибудь говно лежит. И убедишься, что он не с милитарки бежит. Ну, если бы он бежал с милитарки, он бы, наверное, не вел бы себя так тупо. Хотя, кто их знает? Да не говори. У него горка штаны. А что за оружие было? В руках у него был обрезанный шатган и топор черный. У него был прицел на Мосинку Long Range, ну и вы его заруинили. У него был Макаров с этим... Ну да, у него этот, как его, кобура и Макаров, а в сумке у него всякое говно. Я тебе говорил. Нет, у него есть пачка на Мосинку. И еда. А еда говно всякое там. Бутылка воды, банка консерв. Не, нормально банок, можно пожрать хотя бы. У него есть морфий один. Так что сумку я беру. Бери сумку там, если что, раскидаете. Движение у пожарки. Тогда я полез назад. А что здесь стволы лежат такие? Это ты принес? Нет. Ты глянь. Что за стволы? На колгазе три ствола лежит. Блазер, двухстволка и спортер. И прицелы. Ну и пистолет маленький. Кто-то скинул оружие здесь. Шотган? Ебать. Блять, че ж мы сразу не глянули? За ним? Где Чапаевск? Смотри на меня, видишь на меня? Смотри на меня. Вижу. Сзади тебя прям был там, короче... Сзади справа там лесом, типа гора, Чапаевск спуск, он там он был. Ну, сразу бы сказал, гора. Что Чапаевск. Тут горы везде, Чапаевск. Да его, короче, там нету, он, кажется, читак. Был бы он читак, он бы по земле не ходил. Там плохо видно, там деревья, поэтому мы не можем знать, читак, не читак. Он уже теперь со стороны болот бежит. Разве он? Со стороны болот бежит теперь. Сэмки тот же. Не вижу никого. Со стороны болот посмотри, зеленый дом дальний самый. Дальше Тесса чуть-чуть. Ну я движение сейчас видел там. Ну это разве он же? Только он опять там пропал. Парни. Костян, наверное, мне кажется, лучше выйти. Да, он, наверное, щитак. Потому что он бежал, потом резко пропал. Ой, я упал! Да ладно. Живой! И выжил! И выжил, блядь! Охуеть! У меня игра залагала, у меня вдруг телепорт произошел. Давайте выйдем. Нет, мне надо сначала остановиться. Валим отсюда.